Хидетака японец Мияки. Так, посмотрим, что покажет японец нам. Ой, как, на какой амплитуде. Вы видели, на какую высоту он оторвался от грифа? Какой-то прям сумасшедший. И опять здорово. Но одна рука была контролирующей, он все-таки ее искал. Это, ну, не жердь, это гриф, правильно сказать. Жерди у нас на брусьях, а здесь железный такой гриф. Так, ну отдохни, а тут уже... И... Ах ты, чуть-чуть сейчас разгуляли ножки. Только хотел сказать, как чисто ведет все это. Как... И рано приготовил сгибание немножко. Забегом. И соскок. Ну, понимаете, с какими-то там зависаниями в фазах полета. А вот, я не знаю, успели вы это испытать или нет, но вот прям как-то приятно с ним летаешь. Вот мне он очень понравился. Вот что я бы хотела сказать. Это был японский гимнаст. Ничего удивительного, что они... Ой, как здорово. Ой, как здорово. Ну, давай еще разочек полным таким прямым. Опа. Видите, ручка первая, так как бы не оторваться. Ну, это правильно делает, тоже можно оторваться навсегда. Вот. Опа. Молодец. Ну, теперь, конечно, судьи подсчитают. Вот видите, вот здесь вот аж вздох какой-то был на высшей точке полета. Чё-то прям мне это нравится.